Привет всем, сегодня покажу, как пройти квест Goblin Diplomacy. Для этого нам понадобится 3 Goblin Mail, Blue Day и Orange Day. Добежать сюда можно к началу квеста из Фалладора. Желательно Фалладор телепорт. Вот отсюда пробегаете наверх. Перед началом квеста используйте Blue Day на одной из этих Goblin Mail и Orange то же самое. Затем говорим с генералом Warforce. Выбираем третий вариант. И еще раз третий вариант. И говорим еще раз. Что-то я не то, видимо, нажал. Нажимаем первый вариант. Нет. Что-то я опять напутал. Ничего страшного. Нажимаем третий вариант. А, да, вот смотрим заставочку небольшую. И говорим еще раз с ним. Выбираем третий вариант. Смотрим еще раз заставочку. И говорим еще раз. Третий вариант. Квест пройден. 5 квест-поинтов, 200 XP крафтинга. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть. Всем спасибо, пока.